Автомобиль Volkswagen Transporter 2006 года выпуска с двигателем объемом 1,9 литров турбодизель. Маркировка двигателя BRS. Работа двигателя на холостых оборотах. Работа двигателя на повышенных оборотах. Пробег 197 994 километра. Ошибок по двигателю нет. Контроль выхлопа. Выхлоп чист. Замер компрессии первый цилиндр. 20 килограмм. Второй цилиндр. 22 килограмма. Третий цилиндр. 23 килограмма. Четвертый цилиндр. 20 килограмм. Замер компрессии окончен.